Подростковый молодежный центр «Московский» продолжает набор детей на новый учебный год. Сразу 19 творческих клубов показали родителям, чем занять ребенка. В этом году молодежный центр отмечает юбилей. За 25 лет учреждение выросло. Сегодня в клубах работает 300 кружков и секций. Популярными становятся разные виды единоборств, но первые строчки хит-парада занимают, конечно, музыка и танцы. Помимо хип-хопа, это и локинг, и вокально-инструментальные ансамбли. И сейчас собирается очень много молодежи, которые сами пишут музыку, обрабатывают ее. В центре, отмечает директор, сильно развито и декоративно-прикладное искусство. Пока одни танцуют и поют на сцене, другие делают кукол и вяжут фенечки. Мы большие работы плетем, мы большие огромные панно плетем, всякие там и картины, и все что угодно. Уличные концерты и мастер-классы сразу помогли найти тех, кто пополнил ряды воспитанников центра «Московский». Записались на лепку и в бассейн будем ходить. Почему лепка? Потому что увлекается и с рук пластилин не выпускает. По прогнозам специалистов, в этом году ПМЦ примет 5000 детей. Официально набор в кружки и секции продлится до 15 сентября. Но те, кто записаться все же не успеет, смогут это сделать до конца месяца.